Путін піде війною проти Європи вже наступного року. F-16 найближчим часом прибудуть до України. Та як це змінить ситуацію на фронті? Та чому падають російські винищувачі? Про це та не тільки говоримо сьогодні з військовим експертом, льотчиком-інструктором та полковником запасу української армії паном Романом Світаном. Романе, ради вас вітати. Привітаю, желаю всім здоров'я. Перед тим, як почати нашу з вами розмову, традиційно звертаємося до наших глядачів. Якщо ви дивитеся відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть під ним коментар. Наприклад, щоб ви спитали в Романа Світана, і обов'язково напишіть також, звідки ви нас дивитеся, тому що це допоможе в просуванні цього відео і наш сьогоднішній діалог, нашу розмову потім побачить якомога більше людей. Романе, я хочу почати з новини про те, що вже найближчого тижня Україна отримає першу партію F-16. Про це пише Інститут вивчення війни. Питання до вас, як до військового експерта, як до льотчика, як це змінить зараз ситуацію на фронті та яке озброєння нам можуть передати з літаками? Ну, технічно, теоретично це вже можливо. Тобто льотний состав і технічний состав, який готується вже, можна сказати, з літа, по некоторым видам подготовки готов. И, в принципе, если бы у нас были самолеты, то уже какие-то моменты уже можно было бы закрывать с помощью F-16. То, что, допустим, за последнюю неделю у нас появится 18 самолетов, ну, я так мягко скажу, не верю. То есть, если и появится, то, может быть, одна-две пары, не более того. Опять же, оптимально, конечно, заводить эскадрилью самолетов 12. Это минимум, ну, пусть 18, если это натовский стандарт. То есть вряд ли это будет именно до Нового года. А первая эскадрилья появится в конце зимы, в начале весны. Все по плану. Тем более там есть моменты, связанные с некоторой модернизацией тех самолетов, которые нам будут передавать. Это все-таки старые блоки, еще 220-е, МЛУшки так называемые, базовые самолеты. Неплохие, они выполняют боевые задачи и будут выполнять боевые задачи и в том виде, в котором их передадут, но лучше бы там, конечно, поменять чуть авионику, поставить мощнее радары с блока 50 и дальше, 50-52 и выше, это было бы лучше. Но такая возможность есть, и, может быть, этой возможностью воспользуются наши партнеры, ну и мы, естественно, получим более продвинутые машины. Разница в этих бортах, если так, для нас важна только в дальности, разница в модификациях важна только в дальности обнаружения и обнаружения противника. Локатором это основное, это локатор и систем поражения, то есть тех ракет, которые будут передаваться. И максимальные ракеты, которые есть такие, в постоянном использовании, это ракета АМ-120Д с дальностью под 180 километров. Вот если локатор где-то 200-километровый, ракета 180-километровая, то, по большому счету, у нас получится в этом случае паритет с россиянами, с основными самолетами России, Су-30, Су-34 и Су-35. Но в паритете с поддержкой наземных сил уровня ПВО зенитно-ракетных комплексов типа тех же «Патриот», тех же «СМТ», они задействованы, замкнуты в общую систему через ВИН-16, в общую систему обнаружения, оповещения и, естественно, целеуказания. То есть здесь самолет может использоваться с такими дальностями, с таким локатором, с такими дальностями полета ракеты, может использоваться как пусковая платформа. В принципе, нам он так и нужен для выполнения задач ПВО. Потому, я думаю, первая эскадрилья, которая будет заходить, первые 12 самолетов, плюс-минус там сколько-то здесь, это уже технические моменты, и они закрытые. Но оптимально, просто еще раз повторюсь, как раз обслуживать одну эскадрилью минимум. А так реально номинально это одна бригада. Это когда три эскадрильи по 12 самолетов, и плюс там звено управления 4 самолета, если это трехэскадрильная бригада. Есть две эскадрильи бригада, то есть бригада в 24 самолета, в 2 по 12. Это тоже можно считать бригадой, но там уже другая система, другое наполнение задачей. Но тем не менее, то есть уровня двух десятков самолетов может выполнять задачи противовоздушной обороны. То есть использоваться в общей системе контроля как летающая платформа. То есть по большому счету, если так
на пальцах объяснить, но, примерно, пусковая установка «Патриота», только с крыльями, то есть те же ракеты, только с крыльями, которые выполняют определенные задачи. Да, дальность примерно такая же, то есть максимальная дальность «Патриота» примерно она равна номинальной дальности ракет. Но здесь идет плюсом радиус, боевой радиус самого самолета, то есть вот такая пусковая установка, которая может нести там несколько ракет, они там разное количество в зависимости от их модификации и номенклатуры. Общее количество средств поражения, которое может нести самолет модификаций, больше сотни модификаций вооружения F-16 может нести, выполнять боевую задачу. Потому, я думаю, первая эскадрилья придет на выполнение задач ПВО, то есть прикрывать какие-то сектора, использоваться будет, скорее всего, в боевом дежурстве, так называемом, когда будет определенная или пара, или звено постоянно находиться на боевом дежурстве, готовности взлету в несколько минут, для того, чтобы можно было перекрыть воздушное пространство. Плюс эта же эскадрилья начнет по одному из направлений мероприятия по завоеванию превосходства воздуха, то есть уничтожение ПВО противника. Если это будет, это может быть запорожское направление или, допустим, тоже Херсонское, левый берег Днепра, начнет защищать от ПВО противника, от комплексов сначала большой дальности типа С-400, С-300, а потом меньше на уровне ТОРа, БУКа, армейских ПВО, ракетами ХАРМ. В основном ракеты ХАРМ будут использоваться. Для этого их, конечно, должно быть в достаточном количестве. То есть это вот то, что первое мы можем увидеть. Увидеть технически, теоретически можем мы до Нового года. Хотя, скорее всего, вряд ли. То есть вот эти все заявления, которые сейчас идут, они показывают как раз техническую, теоретическую сторону вопроса, но не номинальную, так называемую, когда есть смысл уже переводить и ставить на боевое дежурство хотя бы эскадрилью, около 12 самолетов. Это, скорее всего, будет уже на следующий. От якраз про ситуацію на фронті хочу з вами більш детально поговорити в контексті F-16. Ми, звичайно, з вами не знаємо плани наших Збройних сил, не знаємо плани Генштабу. Але от якщо зараз пофантазувати, от з передачі Україні F-16, то чи може Україна зараз піти в контрнаступ? Якщо так, то на якому напрямку, на вашу думку? І наскільки це змінить зараз ситуацію на фронті? Восточный фронт, Донецкий фронт, так называемый, если его смотреть от Купянска до Угледара, россияне в течение зимнего периода будут использовать как основной фронт для наступательных действий. Причем разного уровня. Это может быть и с использованием техники широкомасштабных, узких, локальных, точечных. Потому что им удобно это делать с высот Донбасса. Это старый кряж, там больше 300 метров превышения, и пытаться сбросить, выдавить наши войска на запад. Выполнить одну из задач Путина, он, правда, не знает, какая там по счету, но одну из, по крайней мере, выйти на административные границы Луганской и Донецкой области. Вот они будут пытаться всю зиму двигаться. Естественно, нам наступать, когда у противника есть определенный наступательный потенциал, точно не получится, и по всем законам войны это не нужно, надо весь наступательный потенциал противника сжечь, а после этого только можно какие-то движения проводить. Но и само Донецкое направление, оно стратегически, не на часе, как это скажут, то есть это не время следующего года, это, скорее всего, уже 2025 год. Потому восточное направление мы будем там в обороне, в активной обороне, в базовой обороне, то есть будем закапываться полностью. Будем, может быть, даже где-то занимать лучшие высоты, то есть отвоевывать у противника нашу землю. Может, где-то будем отходить на лучшие какие-то рубежи для обороны. Но общее направление — это оборона. Значит, там наступательных действий стратегических точно никаких не будет. Запорожское направление, если смотреть от Днепра, то есть от Васильевки до Угледара, Запорожское направление, одно направление осталось, где могли бы мы наступать, то есть продолжать наступательные действия в район Работино, в сторону Токмака. Но так как это направление, так как этот фронт завязан на Авдеевку, то есть управление Таврия осуществляется генералом Тарнавским, это общее направление Таврия, в нее входит в том числе и Авдеевка, и сейчас этому фронту
приходится большую часть сил, средств как раз на Авдеевку отправлять. Потому он наступательных, на наступление, по крайней мере, точно не останется, потому что намного важнее сейчас удержать Авдеевский гарнизон. Там максимальное количество идет уничтожения россиян. Авдеевский и Мариинский гарнизон. Потому и Запорожский фронт, скорее всего, будет работать на удержание российских войск в районе как раз Донецка, так как так разделен. Остается одно направление, левый берег, Херсонское направление. Левый берег с задачей общей стратегической следующего года освобождения Крыма. Это мы можем начать и сейчас. Вернее, мы это уже начали. То есть те движения, те действия, которые проводятся последние несколько недель и месяцев, на левом берегу, когда уже подготовлены несколько тактических плацдармов, они как раз под будущее стратегическое уже выполнение задач на форсирование Днепра и, естественно, движение в сторону сначала Скадовска, скорее всего, это морской порт, один из военных хабов россиян морской, который питает ракадную дорогу и вообще фронт вдоль левого берега, это в основном голая пристань, со Скадовска идет дорога на голую пристань, потом на Олежки, потом на Новую Каховку. Ракадная дорога вдоль линии фронта, вот одна из основных. Потому оптимальное, конечно, движение сначала на Скадовск, а дальше на Армянск, в сторону Крыма. Но это задача следующего года, не сейчас и не завтра. Она просто разрабатывается уже, да, идут под определенно подготовительные мероприятия. Потому как только появятся самолеты, которые можно будет использовать для поддержки каких-то стратегических направлений, оптимально как раз их как раз и использовать именно на этом направлении. Дело в том, что расположение аэродромов должно быть на глубине больше, чем основные средства поражения у россиян. Россияне сейчас могут работать основными, основные у них это «Искандеры», то есть баллистические ракеты, которых у них есть уже несколько сотен штук, и вот это дальность 500 километров. То есть, по большому счету, аэродромы должны находиться где-то на дальности в 500 километров, а это без топливных баков, это боевой радиус F-16. Дальше ему лететь надо либо подвесные подвешивать, тогда он там до 1000 увеличится, либо, допустим, ближе садиться, ближе к линии фронта. Потому, я думаю, исходя из расположения фронта, оптимальный вариант — это располагать аэродромы на дальности где-то за 500 километров от Днепра и ходить выполнять боевые задачи на левый берег, на Днепр, на левый берег, причем в той последовательности, которую я уже сказал. То есть завоевание превосходства, уничтожение ПВО противника и контроль полетов российской авиации. Но это тоже в режиме ПВО. А дальше уже можно после того, как даже одна эскадрилья, зачистив ПВО на одном, на этом участке, допустим, на левом берегу, самым удобным у нас для наступления, в том числе с помощью авиации, зачистив от ПВО противника, отогнав российские самолеты на дальности хотя бы километров 100, этот самолет может это сделать, если будет включен в общую систему, тем более в общую систему через Лин-16 обнаружения, тем более, что именно на этом направлении нам точно будут помогать самолеты АВАКС, системы АВАКС натовская. Это самолеты, летающие радары, так называемые. Они видят на дальности 600-800 километров. И по большому счету, даже летая над акваторией Черного моря, над Румынией, они видят все это направление. Крым, левый берег, практически до Запорожского фронта, практически до Донбасса. Этой информации будет достаточно для того, чтобы использовать самолеты F-16 для завоевания превосходства в воздухе. Одной эскадрильи, даже 12 самолетов, будет достаточно для одной этой операции. А вот уже работать по земле могут старые наши советские самолеты Су-25, Су-24 под прикрытием эскадрильи F-16. Мы можем работать несколькими эскадрильями по земле уже, не боясь ПВО противника, так как его будет подавлять F-16, и не боясь самолетов противника, так как их будут отгонять и F-16, и Патриоты, СМТ, которые как-то будут развернуты. Вот Патриот, скорее всего, Патриот отработал по Су-34. Он в таком режиме
будет держаться такой купол воздушный над левым берегом, а наши старые самолеты, которые были хорошей целью для российской ПВО, они сейчас тогда в этом случае могут работать по земле, причем достаточное количество у нас есть авиабомб, ракет, воздух, земля в качестве тех же штурмовиков и бомбардировщиков, то есть помогать нашим войскам форсированию Днепра и в зачистке территории на глубину, ну где-то километров на 100. Это возможно с помощью самолетов, километров на 100 можно отработать, а это практически вход в Крым. То есть это уже Армянск, это уже ближе к Геническу, то есть это уже то расстояние, которое возможно для стратегического планирования и выполнения основной задачи следующего года. Ну, до слова, та дуже добре лягає в контексті лівого берега. Заява на цьому тижні була міністра оборони України про звільнення тимчасово окупованого Криму вже в наступному році. А от що хотів поговорити з вами про F-16, от на вашу думку, чи можуть вони стати фактично рушієм, наприклад, для передачі іншого більш важливого озброєння для України, як це колись було там з Абрамсами, з Леопардами, з Хаймарсами? І якщо так, то яке озброєння це може бути? Ну, сам по себе, я уже повторюсь, самолет, он может нести больше сотни модификаций вооружения. Больше сотни. Начиная от свободно падающих авиабомб в качестве бомбардировщика, управляемых авиабомб, планирующих авиабомб, корректируемых авиабомб. Может нести несколько, с десяток, наверное, ракет воздух-земля, управляемых, неуправляемых, работать в качестве штурмовика. Он может нести ракеты основные, это противовоздушные, то есть для перехвата в качестве истребителя, в качестве перехватчика. Это ракеты основные, это АМ-120 разных модификаций, там от 100 до 180 километров. И он может нести также ракеты крылатые для того, чтобы выполнять боевые задачи уже в глубине противника, причем в глубине боевого радиуса самой ракеты. Он может использоваться как раз и использоваться и в качестве, в том числе, такой матки для этих же ракет, которая может закачивать в воздухе, закачивать информацию, куда этой ракете лететь, то есть проводить целеуказания. А с помощью вот этих всех систем, о которых я до этого говорил, АВАКСа, тех же Патриотов, то есть наземных систем, летчик может управлять самой ракетой, которую он запускает, и в реале, так сказать, и не закачивать точку удара ракеты на земле, а потом ее поднимать вверх и сбрасывать в качестве рогатки, то есть первой ступени разгонной, а именно работать самой ракетой. То есть вот полностью полное использование всех возможностей этого самолета, это и есть вот тот геймченджер, о котором все говорят. Он реальный геймченджер. Главное, чтобы была возможность использовать действительно весь самолет, всю эту летающую платформу во всех ее ипостасях. А для этого надо достаточное количество авиабомб, ракет и целеуказаний данных в том числе. Плюс очень важно все-таки снятие запрета, хотя вряд ли я сейчас не сильно в это верю, снятие запрета в работе по территории противника. Это очень важно. Те же ракеты, те же калибры, те же, допустим, Х-101, их же можно перехватывать над территорией России, чтобы они туда и падали, куда-нибудь рядом с Ростовом, на ростовские аэродромы, ну и а то и дальше. Там можно перехватывать на дальности где-то в 100-150 километров. То есть есть такие моменты, которые можно использовать самолеты. Самолет, как можно сказать, такой раскладной ножик, если как-то провести с чем-то параллель. Так вот, такой серьезный, хороший раскладной ножик там, с 20 функциями. Так вот, этот самолет, именно F-16, вот такой себе раскладной ножик. Его можно использовать в какой угодно ипостаси. Главное, достаточное количество самих самолетов, обслуживание самолетов, ну и, естественно, весь спектр боевого вооружения. Еще раз повторюсь, его больше сотни единиц. Дякую за це от порівняння, за це роз'яснення. От маю ще одне питання по півдню України. На цьому тижні Збройні сили відмінусували одразу 3 російських Су-34. От наскільки, на вашу думку, ця історія може зараз змінити ситуацію на півдні і на фронті в цілому? Або вже з'являється інформація про те, що росіяни різко скоротили використання кабів на півдні? Ну, це зараз вони перенастроються. Діло в тому, що росіяни... Ну, они немножко такие тупоголовые, я бы так сказал. Такая же самая ситуация у них уже была в этом году.
Где-то весной, в начале весны Су-34 повадился сбрасывать КАБы, корректируемые авиабомбы, на Авдеевку. Выходил на Инакиево, сбрасывал и уходил. Выходил, сбрасывал, уходил. Раскатывал Авдеевку еще в начале года, в начале весны. Наш Никопольский зенитно-ракетный полк, он, почему можно в эфир это говорить, президент его за это, естественно, наградил, то есть никопольчане здесь в этом смысле молодцы. Они в режиме такой ракетной засады, стрельба на вскидку это называется. Они расположили С-300, не включая ее, не включая эту систему, зенитно-ракетный комплекс не включая, расположили недалеко от линии фронта и просто ждали в засаде, ждали, пока появится этот Су-34. Дело в том, что зенитно-ракетный комплекс, когда начинает включаться, допустим, локатор, то его локатор видит системы, ну, во-первых, радиотехнического контроля россиян, они сразу его засекают. И второе, даже тот же летчик в самолете, он тоже видит, что работает, допустим, С-300, он понимает, что там ближе 70 километров к точке подходить нельзя, ну и так далее, и тому подобное. Рисует определенный рубеж ни подхода, ни пересечения этого расстояния и пытается работать до него, то есть до режима пуска ракет. А С-300 ребята выключились, не включались, определяли по другим каналам, стоящим дальше системам, но с большой дальностью обнаружения. Системам для россиян россияне понимали, что эти системы, которые вспомогательные контроль, они не работают ракетами до этой дальности. И опять подошел этот Су-34 к Инакиево, включились хлопцы на несколько секунд, включили локатор, захватили цель, запустили пару ракет, отминусовали Су-34. Понимая, как их поймали, понимая, что такой механизм возможен, естественно, наши ребята свернулись и ушли. То есть удара избежали обратного и завалили Су-34. Все это прекрасно понимая, через буквально, там, по-моему, полтора месяца, 13 мая опять та же самая картина. Идут Су-34, это такой же бомбардировщик. Они, правда, его просто усилили. Су-34 прикрыли сверху Су-35 истребителем для того, чтобы прикрыть матку. Су-34 — это бомбардировщик, ну, его маткой называют, он может нести там до 12 авиабомб. И выпустили еще пару Ми-8, постановщиков помех. Вот, а в таком же самом режиме, только уже Патриот, не включаясь, подождал, пока подойдут они на дальность 30-40 километров, над Клинцами снес все 4 борта. То есть они включились, за несколько секунд навелись, захватили цели, ракеты ушли, 4 борта сгорели. Поднялся 5-й борт, Ми-8, это ПСС, поисково-спасательная служба. Ну, хлопцы решили и 5-й снести, то есть знали, что ПССники будут подниматься. Они подождали, пока не подымутся, и отминусовали еще этот 5-й борт. Вот практически работа там в течение часа этого расчета. Собрались и уехали. То есть после этого даже россияне, то есть с мозгами там, ну, очень тяжело, насколько я это понимаю, они выполнили такую же самую работу, так же само поймались на такую же засаду, только уже в районе Крынок. Повадились звено, две пары Су-34 ходить на Крынки, выходить, постоянно сбрасывать туда КАБы. Естественно, наши развернулись, скорее всего. Это могла быть и С-300. В Патриот С-300 достают там дальность до 70 километров. Они подходили, пытались 30-40 километров от Крынок сбросить КАБы. И так же само снесли 3 борта. Летчики так катапультировались, но, я так понимаю, там катапультирование принудительное, так называемое. То есть 2 летчика в каждом самолете. Принудительное катапультирование — это если один из летчиков жив и дергает ручки катапультирования, а катапультируются оба кресла. Одно за одним катапультируется, и даже уже труп летчика, если он убит, то он тоже катапультируется. То есть 6 летчиков вышли из строя, из них несколько трупов. То есть катапультирование было уже с мертвыми телами. Поднялся ПСС, то есть поисково-спасательный вертолет, поисково-спасательные службы. Ну, его уже не стали, наверное, сносить, скорее всего, собрались, ушли.
от удара, от греха подальше. И есть информация, откуда же взялось очень много видео, фото именно этого хорошо выполненной, толково выполненной, вообще спланированной, я так понимаю, очень долго ждали, то есть в режиме засады находились долго и все-таки подкараулили три борта, отминусовали россиянам 150 миллионов долларов. Где-то один самолет такого уровня стоит 50 миллионов. Вот минус 150 есть. И еще 6 летчиков. 6 летчиков, каждый летчик еще где-то до 10 миллионов подготовка может стоить. Это до 10 лет обучения. И здесь такой хороший плюс для нашей зенитной ракеты, для наших зенитчиков, для противовоздушной обороны. Давайте ще поговоримо про геополітику. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Путін готовий до переговорів з Україною і нібито натякає про це Заходу. Поясніть, будь ласка, от як нам в Україні цю новину треба сприймати? І чи може, наприклад, Захід нас змусити вести переговори з Росією? Ну, перше. Путін давно вже... У него идея фикс захватить Крым, Донбасс и сухопутный коридор. А после захвата он же эту же задачу он выполнил. Он захватил Крым, он захватил Донбасс, он захватил сухопутный коридор. И вот он уже второй год не знает, как теперь это все удержать. Почему? Потому что удержать военным путем это невозможно. Невозможно по нескольким причинам. Первое, Крым — это географический мешок, то есть это практически оперативный котел. Сухопутный коридор — это несколько сотен километров фронта, прижатого к Азовскому побережью. Вы удержать его просто невозможно, потому что всего лишь глубина до 100 километров, а это практически у нас уже часть ракет туда достает, то есть мы можем весь этот участок суши простреливать. Потому у россиян такая ситуация патовая, я бы сказал. Они уперлись и выйти из нее не могут. Им придется в этой патовой ситуации постоянно находиться и не решить вопрос уже кардинально. То есть захватить-то он захватил, но только он оставить ее себе не может. Эти захваченные территории не может до тех пор, пока мы на это не согласимся. И потому у Путина сейчас уже второй год основная задача, как заставить нас согласиться с аннексией захваченных территорий. Естественно, Путин ввел их в Конституцию Российской Федерации. 5 наших областей — Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую. Введя их в Конституцию России, правовое поле Конституции Российской Федерации, он практически поставил крест вообще на каком-либо контакте украинской власти с российской властью. Почему? Потому что любой контакт — это подтверждение аннексирования этих территорий. Они уже в Конституции Российской Федерации. И если мы идем на какой-то контакт, мы практически подтверждаем полномочия этих людей, с которым идем на контакт, а значит, подтверждаем легитимность российской конституции и, естественно, подтверждаем потерю наших территорий. Потому мы с ними не то, что там мирные переговоры, мы на контакт с ними не имеем права идти. А все вот эти контакты, которые были раньше, так этих всех контактеров по 111 статье госизмена уже давным-давно должны контрразведка судить. Потому что это как раз косвенное подтверждение аннексии этих территорий. Потому эта тема, она получается закрыта, по ней двигаться невозможно. Путину отдать он территории, естественно, не может, не будет. А двигаться дальше он не может, у него не хватает сил и средств. И усадить нас не может. Патовая ситуация абсолютная. Потому он сейчас забрасывает эти темы, может забрасывать эти, продолжать. Это не новая тема, она есть же второй год. Забрасывать и как-то их засвечивать, проплачивая какие-то, допустим, проплачивая статьи о том, что он там кого-то куда-то посылает, а после того, как их послали по курсу русского корабля. То есть посылает это месседжи о готовности, опять, о готовности чего? О готовности к аннексии территорий? Ну так ничего ж нового нет, никто ему территории отдавать не будет. О замораживании боевых действий на линии фронта, и этого никто делать не будет, потому что любое замораживание приведет еще большим потерям украинской армии.
И вот у него вот такая патовая ситуация. И, дальше он еще и в Цунцкван попадает, потому что любой ход, его любой ход, он становится, его ухудшает ситуацию на этой шахматной доске, на этом поле боя. И в этой ситуации сейчас Путин пытается через информационный посыл пытается как-то подвигнуть, опять же, не наших партнеров, их подвигать не надо, они с нами до победы, подвигнуть какие-то силы, которые могут отозваться на его такой призыв. Или позыв, или призыв. Вот и все. Мы же видим, как они отзываются. Отзывается там тот же Фица, отзывается Венгрия, отзывается иногда даже Турция, как-то там топчется вокруг этой темы. И вот это его такая задача. Но, естественно, мы на нее точно не пойдем, что технически невозможно. Потому что любой контакт мы сразу подтвердим потерю на наших территориях. Мы воюем дальше, наши партнеры с нами. Сейчас видна ситуация, та, которая сложилась. Понятный план действий, понятно, в принципе, определенные объемы той помощи и тех военного снаряжения, которые нам надо для того, чтобы выполнять следующую задачу в следующем году. Скорее всего, следующий год, 2024, пройдет под такое знаменем освобождения Крыма, так как и самолеты, мы уже видим самолеты, а раз самолеты будут, то их просто так бы не передавали. Полетать летчикам, ну, слишком дорого стоит. Значит, они будут использоваться для выполнения боевых действий. А выполнение боевых действий — это наступательная операция. Она может быть в следующем году всего лишь одна, то есть одно стратегическое направление. Исходя из расположения сил и средств, это может быть только Крым, потому что здесь 7 пядей во лбу иметь не надо для того, чтобы понять, чем мы будем заниматься в следующем году, и то, что Путин абсолютно не получит желаемого перемирия или остановки боевых действий, а тем более контакта какого-то для передачи территории, ну, то есть для аннексии захваченных территорий. Будемо на це сподіватися, але водночас давайте розглянемо інші сценарії. Бо, от, наприклад, німецький Bild пише про те, що Росія може атакувати Європу вже в наступному році. От я хочу вас питати, чи дійсно Путін може піти на це? Це перше питання. Друге питання – навіщо? І чи вистачить йому сил та ресурсу? І от що в цілому стоїть за такими заявами? Ну, даже технически это невозможно. Да, теоретически возможно только из-за того, что есть определенная процедура смены президента в Соединенных Штатах. Где-то в начале ноября проводятся определенные выборы, а вступает в силу новый президент только в январе. То есть вот эта разница там больше двух месяцев, в районе двух месяцев. И в это время, в принципе, теоретически было бы выгодно любому агрессору напасть на те страны, которые в одном блоке с Соединенными Штатами. Но еще раз это повторюсь, это теоретически, так как к этому моменту, когда президент становится так называемой хромой уткой, подготовятся все, тем более вооруженные силы и Пентагон, он может работать даже без президента, вернее, по крайней мере, без вновь выбранного президента, но еще не вступившего в полномочия. Пентагон может работать еще эффективнее, чем с президентом, меньше будут вмешиваться в его работу. То есть, по большому счету, это так больше надуманная тема, тем более Путин не будет нападать на страну НАТО в открытую. На любую страну НАТО он в открытую нападать не будет. Он уже попробовал, как это можно делать, не боясь сразу какой-то мощный ответ на реакцию. Путин все-таки трус, он внутри, он довольно-таки такой забитый ребенок, он так и остался. Скорее всего, его в детстве немножко поджимали, и вот он не будет идти на широкую конфронтацию. Это у него задача на мягких лапах попытаться с помощью каких-то средств, причем раскачать ситуацию, причем у него должна быть обязательно задняя дверь открыта, чтобы он мог из нее выскочить. Это очень для него важно. Потому что то, что он сможет сделать на следующий год или на следующую зиму с 24 на 25, это постараться как-то раскачать ситуацию внутреннюю таких
как это было на Донбассе в свое время, то есть под эгидой внутренних каких-то пророссийских движений в странах Балтии, в Молдове, может быть, где-то на Балканах и в Грузии, и в Казахстане. Все. То есть двигаться он точно никуда не будет, он не успеет восстановиться. И у него еще большая проблема фронт удержать на нашей территории. Потому это больше надуманная все-таки проблема, насколько я понимаю. Для чего она? Ну, как одна из теоретических версий, но она абсолютно невыполнима с уже реальной технической точки зрения. Також на цьому тижні з'явилася інформація про те, що Пригожина ліквідували за вказівкою Ніколая Патрушева, сам Путін наче був не проти. Нас, в принципі, ця новина от не здивувала від слова зовсім, а от хотілося б ваша оцінка, от що ви про це думаєте, та кого, в принципі, на Росії можуть ліквідувати наступним? Любого. В Росії це один із механізмів політичної боротьби, причому, опять, кланової політичної боротьби. Є такі фігури, які спеціально, може бути, іноді навіть підсвічуються, розкручуються медійно, в тому числі, щоб потім його так слити, як це було з Пригожиним. Это может быть Стрелков, это может быть, ну, допустим, потому что сливается целая, не только фигура сливается. Фигура, кстати, еще может и остаться живой, а ее могут закрыть просто. Сливается какое-то направление, которое на данный момент в политическом, какое-то политическое течение, которое на данный момент в той политической радуге России уже выполнило свою задачу или становится контрпродуктивным. Потому это было проведено с Пригожиным, его либо убрали, либо закрыли. Варианта два, потому что пока мы до тела не добрались и не провели генетическую экспертизу, говорить о том, что Пригожин убит, ну, пока не стоит. То есть его или убили, или прикрыли, оставив живых, но политическое течение было отминусовано. Сейчас это может быть такой же Стрелков, там еще один. То есть это движение может быть также, то есть он может умереть в камере, опять же, это может быть прямое убийство, это может или закрытие, то есть скажут, что его убили, или он умер, и чтобы выключить полностью вот такое политическое течение, как упоротые патриоты российские, там есть и такие. Больше, по большому счету, там, наверное, некого уже убирать именно в таком виде. Может быть, что-то связанное с олигархатом российским. Все-таки есть внутренние разборки среди олигархата. Причем это не среди силовиков. Силовики, может, там фуражками помериться, у кого больше, у кого длиннее, у кого толще, но не более того. А вот такие фигуры политические и денежные олигархи, так называемые, а у них не всегда российские паспорта или не только российские паспорта, они могут где-то сыграть свою скрипку, и за эту игру уже и выпадение из оркестра их могут отминусовать. Будут работать, конечно, Патрушев, только не Патрушев сам, конечно, будет работать это ФСБ, так как она специализированная структура, вывезшая из КГБ еще Советского Союза, это ее почерк работы. Могут работать тонко, могут работать громко. Если не справится ФСБ, подключат ГРУшников. Но ГРУ эти сразу работают громко, то есть там можно сразу определить, либо войсковая разведка работает, либо КГБ. Буквально кілька хвилин залишається. От хочу ще поговорити коротко про яскраву бововну, яка сьогодні була в тимчасово окупованому Іловайську. От що вам відомо про це, та чим от Україна могла вдарити по окупантам? Ми достаємо до Іловайська основними средствами пораження. Тот же М-31 достає до Іловайська і точное поражение. Это была поражена одна из емкостей топливной. То есть топливная система сейчас уничтожается топливная логистика. Это и перевозка топлива как такового в основном железнодорожным транспортом. И перевозка топлива уже автомобильным транспортом, уже с перезагрузкой. Потому это удар был как раз именно по одной из таких баз по хранению топлива. Горело хорошо, дымило,
неплохо. Таких баз в районе Донбасса около 4-5 десятков. 4-5 десятков таких баз. Мы все их прекрасно знаем. И я думаю, по очереди, как только будет подтверждено наличие там топлива, они будут отминусовываться, так как кто без топлива, ни одна армия не двигается. То есть топливо – это кровь армии, и по большому счету это такая легальная военная цель, и сразу будет уничтожаться, как только мы о ней будем знать. Романе, дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику і за вашу оцінку. Я нашим глядачам, я нагадаю, говорили сьогодні з Романом Світаном, військовим експертом, льотчиком, інструктором і полковником запасу української армії. Якщо вам це відео сподобається, поставте йому лайк, напишіть також під ним коментар і обов'язково підпишіться на YouTube-канал 24.